Волна аплодисментов прокатывается по трибунам. Это яркая точка в выступлении самых юных участниц соревнований по чирлидингу. Межрегиональные соревнования «Добейся успеха» проходят в 8-й раз. Участники – студенты Демидовского педагогического и медицинского университетов. Сегодня у нас присутствует 13 команд в районе 200 человек, да, то есть со всеми заменами, со всеми запасными, 200 человек участников в сегодняшних открытых соревнованиях. Полина Кострова и Дарья Толокнова учатся в Демидовском университете. У обеих спортивное прошлое. Занимались спортивно-бальными танцами и акробатикой. Сейчас входят в состав групп поддержки хоккейного и волейбольного клубов. Вид спорта привлекает разнообразием красок, разнообразием элементов. Это сплочение команды. На соревнованиях несколько номинаций. Участники показывают спортивные танцы с элементами гимнастики. Впервые разрешены парные выступления. Но дух больше захватывает от групповых. Мы отработали то, что на землю она не упадет, но все равно невыполненный элемент – это минус баллы. В команде педуниверситета не все в прошлом танцоры или акробаты. Егор Шилович, к примеру, занимался футболом и баскетболом. Говорит, главное – желание и терпение. Это ключ к успеху. Студенты ЕГПУ уже занимали самые высокие места на различных турнирах. Ну вот, за выступлениями команд наблюдают не только люди, но и животные. Это огромный большой кот, он такой же мягкий и пушистый. Это талисман одной из команд. Буквально 5 минут назад он общался ласково, общался с ведущей, а сейчас вновь наблюдает с трепетом за выступлением своих любимчиков. Упорная борьба за первое место традиционно между экономическим и историческим факультетами Демидовского университета. Впрочем, неважно, как в итоге распределяются места. Главное, черлидинг Ярославской области развивается. Георгий Колчин, Олег Лушников. День в событиях.